Я люблю больше всего фильм, ну, это с детства еще, «Унесенные ветром». Хотя сегодня, мне кажется, просто именно потому, как все подобрано, как все здорово сделано, в целом очень, очень все ярко, и каждый образ по-своему интересен. Ты скажешь «Касабланка». Вот за то, что сейчас нет, они все очень разные, поэтому очень круто, что они разные. Мне «Касабланка» больше нравится. Хочется еще пестик взять. Да, вот так пойдет. Нет, на самом деле здорово. А мне еще очень понравился «Мужчина и женщина». Как-то романтично, воздушно, ветер, море. Ну, очень разные образы, и каждый по-своему прекрасный. There ought to be a moonlight saving time, so I could love that girl of mine. Until the birdie... Еще не родилось таких артистов, которые смогли бы нас изобразить. Нет таких. Тебя бы мог сыграть. Никас мог бы меня сыграть. А тебя Скарлетт Йоханссон, например. О, кстати, хороший кандидат. You'd better hurry up, hurry up, hurry up, get busy today. You'd better croon a tune to the man up in the moon. And here's what I'd say, there ought to be a moonlight saving time, so I could love that girl of mine until the bird. Много гламура, процветания, любви, счастья. Мы готовы с вами на любые эксперименты. Не раз, и не два, и не три, а много-много раз. Спасибо вам. Спасибо, гламур.